главных целей современного высшего образования – дать возможность будущему профессионалу стать успешным. А помочь ему в этом может только максимально успешный преподаватель. Согласно профессиональному стандарту, преподаватель высшей школы должен владеть, кроме специальных знаний, знанием психологии и педагогики высшей школы, знаниями основ управления, умениями организовывать и проводить научные исследования, умениями обучать, воспитывать и развивать, используя в своей практике инновационные технологии обучения. Психолого-педагогические особенности профессиональной деятельности преподавателя высшей школы имеют многоплановую историю исследования. Это и дидактика высшей школы, это работы по проблемам дополнительного образования, это и работы по проблемам непрерывного профессионального образования. Авторами этих работ были известные ученые Архангельский, Зеер, Зимняя, Попков, Коржуев, Исаев и так далее. Весь опыт моего профессионального становления был сосредоточен на получении и внедрении психологических знаний в практику обучения студентов. Много лет я посвятила изучению вопросов личности обучающихся, их возрастным психологическим особенностям, поискам технологий развития у них потребностей к учению и к самоорганизации. Рубежным итогом моих поисков стало диссертационное исследование по формированию у студентов мотивации и самоорганизации к учебной и профессиональной деятельности. И сегодня я с доказательной уверенностью могу утверждать, что педагог высшей школы, обладающий профессиональными психологическими знаниями, способен развивать умения самоорганизации и мотивации к занятиям по своей дисциплине. Профессор практики Московской школы управления Сколково Павел Лукша, руководитель проекта «Атлас новых профессий», так выразился о смене роли преподавателя в ближайшее время во время развития цифровых технологий. «Роль преподавателей, как хранителей знаний или репродукторов, исчезнет в ближайшие годы, и на их место придут те, кто может показать, как с этими знаниями общаться». Учитывая современные темпы развития общества, сопровождающиеся научно-техническими революциями, модернизациями различных сфер жизнедеятельности, высокой конкуренцией на рынке труда, возникает необходимость своевременного повышения квалификации и подготовки компетентностных педагогических кадров. Наш курс поможет стать вам успешными и получить квалификацию преподавателя высшей школы.